30 декабря в 7-й школе Олимпийского резерва города Сочи прошла аттестация дзюдоистов секции ветеранов дзюдо на желтый пояс. Совместно с ветеранами аттестацию прошли два юных дзюдоиста. Из 9 экзаменуемых успешно сдали квалификационный экзамен 7 дзюдоистов. Многим ошибочно может показаться, что сдать на желтый пояс дзюдо задача простая, но это будет серьезной ошибкой. Ведь в программу экзамена входят 13 бросковых техник и 5 технических действий в партере из арсенала дзюдо, а также знания японской терминологии и этикета, на что у спортсменов ушло более 1 года тренировок. По итогам аттестации сочинские дзюдоисты, успешно прошедшие испытания, получили международный сертификат на право ношения желтого пояса, а также грамоту и медаль за прогресс в изучении японского искусства борьбы. Федерация борьбы дзюдо и самбо города Сочи искренне поздравляет всех с Новым годом и приглашает мужчин и женщин возрастной категории 30+ на занятия олимпийским видом спорта борьбой дзюдо.